Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. La mitingul nostru de astăzi, printre noi, aici în piață, în centrul capitalei, este președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Позвольте мне пригласить на эту сцену к нам, потому что рядом с нами сегодня находится всенародно избранный президент Республики Молдова Игорь Николаевич Дадон. Сус, драпели! Выше флаги! Поприветствуем президента! За президента! За президента! За президента! За президента! Bună ziua, prieteni! Eu întrecem acum pentru oameni, oamenii spuneau, Игорь Николаевич, если надо, будем сидеть здесь до 24 февраля. Но я думаю, что это хорошая идея, но не надо. Я думаю, что если нужно будет, мы вернемся сюда. În 2014, am creat cea mai mare fracțiune. În 2015, Ирина Влах, беспартийный кандидат с нашей поддержкой, победила в Гагаузии. И сегодня Ирина Федоровна, знаете, очень многие завидуют гагаузам. Потому что там порядок. Потому что, когда в Кишиневе закрывают, там открывают. Когда здесь запрещают российские каналы, там показывают. Там строят дороги, там строят детские сады. И это тоже наша совместная победа. Мы победили в 2015 году там вместе. И мы победим вместе с ней и в следующем году. Мы ее поддержим на следующий башкирский срок. Правильно или нет? Ирина Федоровна, тебя Кишинев поддерживает. И не только Кишинев. Noi am învins în anul 2016, în alegeri prezidențiale. Atunci când s-au ridicat toți euro-unioniștii ăștia împotriva noastră, noi am învins. În pofida la tot, noi am reușit împreună să învingem. Но я вам хочу напомнить, я тогда говорил, что это важная победа, но это промежуточная победа. И эти два года после 2016 года показали очень четко, что они просто так не сдаются. Они сняли все полномочия. Они пытаются нас провоцировать для того, чтобы мы сделали неправильный шаг. Но я уверен, что им уже ничего не поможет. Следующий год, 2019 год, наш год. Год социалистов, год народа Республики Молдовы. И мы обязаны победить. Февраль 2019 года. Это месяц победы социалистов. После 10 лет разрухи. Я хочу вам напомнить, что у нас были уже такие периоды в Молдове. Февраль 2001 года, тоже после 10 лет разрухи. Тоже красные победили и взяли парламентское конституционное большинство. Вот в чем наша задача. И примерно тоже такие демократы были у власти в 90-х. Я хочу вам напомнить. Разрушили колхозы, разрушили все предприятия через воновую приватизацию, разрушили районы, создали уезды. Все это было до 2001 года, помните? И тоже платили зарплаты в калошах. И тоже в феврале, напомню, в феврале 2001 года, 18 лет назад, всех смели. Так вот, у нас сейчас шанс и задача повторить это.
Тоже 10 лет прошло. 2019-2009. 10 лет. И мы должны всех смести. Это все будет зависеть от каждого из нас. Все будет зависеть от тех, которые здесь пришли, от тех, которые нас смотрят. Да, нас сегодня здесь очень много, но нас намного больше. Мы не ставили себе задачу насильно привести всю страну сюда. Не в этом задача. Наша задача сегодня показать, что мы настроены очень серьезно. И я хочу сказать нашим политическим оппонентам из Демократической партии, из других партий. Если вы думаете, что нас можно запугать, не получится. Эти 2 года мы терпели, но больше этого не повторится. Если вы думаете, что мы будем терпеть дальше, чтобы вы приостанавливали, не приостанавливали президента, забудьте про это. Все, забудьте про это. Я хочу к вам обратиться, дорогие друзья, чтобы вы знали. Я не исключаю, что в ноябре нам придется опять собраться. Эти ребята могут пойти на все, что угодно. Вы слышали, ликвидация президентуры и так далее. Я вас очень прошу, будьте готовы, когда мы скажем, возможно, это будет даже в этом месяце, чтобы мы все вышли на площадь сюда. Поддержку президента, поддержку народа. И я думаю, что мы все выйдем. Выйдем? Но самое важное, собраться вот все силы в кулак, у нас другого шанса не будет. Это февраль следующего года. Нужно победить с преимуществом. Знаете, как в спорте. Не надо думать о судействе. Но и чистая победа нужна. Нужно победить с большим отрывом. И после этого, чтобы все были готовы, чтобы мы вышли сюда защищать эту победу. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Поэтому я вас призываю консолидироваться, победить и потом защищать эту победу. Победа ничего не стоит, если ее не будем защищать, а мы обязаны ее защитить. И я уверен, что все мы будем вместе. Будем вместе? Я вам обещаю, дорогие друзья, что я не сдамся. Мы обязаны спасти ситуацию и сохранить для наших детей, для наших внуков. Не забыть про наших ветеранов. Вот здесь ветеран Великой Отечественной войны. Кстати, следующий год тоже символичен. 2019 год, 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. 75 лет назад нашу страну во время Великой Отечественной войны освобождали от немцев, от фашистов. Так вот, в следующем году мы должны освободить от евроунионистов. Я уверен, что мы с этим справимся. Справимся? Спасибо. Победа будет за нами. За президента! За президента! За президента! За президента! Пресидинте! Спасибо вам огромное за ваше время, за ваше участие. Вам усмезден тот суфлиту, шемпермитец садеклар митингу диастас, митингу он потрива актуальный гувернер Энгиз. Вам усмим пентру парчпари. Спасибо!